Друзья, всем привет! Выход Stalker 2 все ближе, в связи с чем к игре разгорается нешуточный интерес. В будущем мы с вами подробно рассмотрим и обсудим все возможные аспекты игры, а сейчас я предлагаю вам посмотреть на то, какие новые пушки нам стоит ожидать от Stalker 2. Под новыми я подразумеваю те виды оружия, которые не встречались в оригинальной игре. Конечно, благодаря множеству оружейных модов на Stalker и в частности продвинутым ганпакам для популярной платформы Anomaly, многие из новых стволов мы уже видели, но тут будет интересно посмотреть на то, что в грядущей игре будет уже со старта. По словам Захара Бочарова, пиар-менеджера JC, известно, что в игре будет больше 30 видов вооружения, и это было сказано больше 3 лет назад, так что если количество оружия и поменялось, то в большую сторону. Кстати, в Stalker Тень Чернобыля я насчитал ровно 30 видов пушек. Итак, какие новые для вселенной Stalker виды вооружения нам показали разработчики? Один из первых таких стволов мы увидели с вами в дневнике разработки «Костюмы, пушки и зубы». Это Remington M700. Популярная в играх снайперская винтовка с продольно скользящим затвором. Конкретно болтовки – это уж точно что-то новенькое. Одно из применений в нашем мире – это охота. Дружище, стой! Как насчет того, чтобы попробовать немного криминала? Давай я расскажу немного про Amazing Online. Безграничный мир России встает прямо перед тобой. Ты можешь работать, добывая секретные ресурсы на шахте, или командовать целой армией, будучи генералом. Может быть, ты хочешь стать сотрудником ДПС или просто полицейским. Хотя... ты можешь подняться в казино и стать самым влиятельным бизнесменом сервера. Интуитивно понятный интерфейс, удобный и простой инвентарь персонажа, нестандартные работы для новичков, супер детализированная система номеров с выбором региона любой страны в СНГ. И это все лишь очень малая часть того, что есть. Играй, знакомься, властвуй, покупай, обменивай, тюнингуй и совершенствуй. Загляни в описание или отсканируй QR-код на экране. Тебя ждет секретный подарок. До встречи в Амазинге. В этом же трейлере была продемонстрирована штурмовая винтовка Ivy Carmel. Относительно свежая разработка 2019 года. На текущий момент это самый молодой ствол в игре среди известных. В видео продемонстрированы различные модули оружия, как, например, подставка для щеки, которая, вероятно, будет устанавливаться у техника и повышать некоторые характеристики оружия. Вообще, судя по всем этим соединяемым модулям, их можно будет заменять на другие аналоги. То есть, помимо самого факта наличия новых пушек, у нас появляется еще и ряд новых модулей, а именно дульные насадки, фонарики ЛЦУ, тогда как в оригинале есть только глушитель, подствольный гранатомет и прицелы. В следующем официальном геймплейном трейлере нам была показана Сайга. Очень популярный охотничий карабин, который всегда напрашивался в Сталкер. Не зря данный ствол есть в каждом оружейном паке. Ходить с таким на кабанов – одно удовольствие. И лично я рад появлению такого оружия в игре. Следующий видос, который выложили, был с демонстрацией того, как разработчики стреляют из различного оружия для записи звука. Сам факт того, что разрабы из него стреляли, еще не говорит, что именно эти образцы будут в игре. Главное было записать звук выстрела именно этого калибра. Но тем не менее, в видеоматериалах показаны следующие стволы, которые пока не всплывали в трейлерах. R15, M4, Glock, SCAR, Мосинка, вероятно АК-15 и АУК. Трейлер «Иди ко мне». Тут нам показали ОЦ-2 Кипарис. Особо по поводу него сказать нечего. В этом же видео показали штурмовую винтовку Малюк, он же Вулкан. Год разработки 2005, страна Украина, калибр 5.45. Есть модификации и под 5.56. Будет ли такой вариант в игре, пока неизвестно. Но учитывая возможность прошлых частей менять калибр оружия, все может быть. Во время схватки с кровососом главный герой держит в руках HK416. Популярный ствол, который вы могли видеть в большом количестве игр. Появление такой пушки в игре было неизбежно. Кстати, в этом же трейлере мы видим такую интересную возможность, как спаренный магазин. В видосе «Болты и пули» разработчики на секунду показывают пистолет USP, а также то, как пушки будут менять свой внешний вид в зависимости от улучшений. Вот, например, MP5 из официального геймплейного трейлера, а вот возвращаемся обратно и видим тот же самый ствол, но уже с планкой Пикатинни, которая, вероятнее всего, будет устанавливаться у техника. И, кстати, обратите внимание на то, что в игре будет анимация установки модулей, по крайней мере таких, как глушитель и прицел. Есть шанс, что для этого действия будет возможность установки горячих клавиш, что повышает динамичность боев и возможность игрока подстраиваться под различные ситуации. Отстреливаешь ты кого-то на удалении с оптикой, а тут из-за угла выбегают собаки. Снимаешь на клавишу прицел и отстреливаешься уже с мушки. Удобно.
Снова демонстрация спаренного магазина. Тут же видно, что на АКСУ установлен пламегаситель. Еще один новый момент касательно оружия. В трейлере Strider вартовец разбирает калаш, который имеет камуфлированный окрас. Пока неизвестно, можно ли будет в игре менять окрас пушек, или это просто такой уникальный ствол. Однако позже в трейлере World and Locations мы увидим разукрашенный калаш в руках уже главного героя, а также HK416. В трейлере «Время возможностей» показали дробовик Remington 870, с помощью которого мечено отстреливает псевдособак, кипарис с обвесом и пистолет АПС. В Developer Deep Dive, выпущенном в августе этого года, нам мельком показали в руках скифа МК-14 ЕБР. В этом же видосе появляется ПП-19 «Бизон», та самая пушка, магазин которой стоит дороже, чем сам ствол, из-за чего волына не соскала популярности и востребованности в реальном мире. А вот в шутерах встречается нередко и приковывает внимание тем самым своим необычным магазином. Тут же показали ДП-12. Нестандартный дробовик, имеющий два ствола, из которых стреляет поочередно, и внушительную вместимость в целых 14 патронов. Думаю, когда скиф обзаведется таким оружием, то уже никакие мутанты ему не будут страшны. В одном из последних видосов нам показали пистолет-пулемет МАК-10, которым, судя по всему, будут вооружены бандиты. Крис Вектор. Как по мне, довольно необычный ствол для сталкера. Данная пушка имеет сумасшедшую скорострельность. На нее просто патронов не напасешься. Тут же нам показали, чем из новых пушек будут вооружены свободовцы. Это и Викармел, и Remington 700. Скорее всего, это не все новые пушки, что будут в игре. И какую-то часть разработчики не показали, чтобы нам было интереснее исследовать огромный мир сталкера. К слову об огромном мире. Тут недавно фанаты склеили различные фрагменты, мелькавшие в трейлерах. И карта получается просто невероятно огромной. Еще и возьмите во внимание то, что мир бесшовный. Думаю, что Fast Travel в том или ином виде будет реализован. Ибо страшно представить, сколько по времени займет пробежать из одного конца карты в другой. В любом случае, касательно темы видео, как видите, разработчики постарались и добавили достаточное количество новых пушек. Есть масса как западных образцов, так и оружия, произведенного постсоветскими странами. Оружие, судя по всему, будет менять свой внешний вид в зависимости от прокачки. И к тому же будет либо возможность наносить камуфлированную покраску, либо разукрашены будут лишь уникальные стволы. Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу оружейной части грядущей игры, стало ли лучше благодаря большему количеству обвесов и возможности менять некоторые из них прямо в руках, или же вы предпочитаете более классические варианты. В любом случае, до выхода игры осталось не так много времени, и похоже, в этот раз переноса не будет, а значит, надо затариваться колбасой и батонами, держать в холодильнике пару баночек энергоса и ждать. При создании видео я использовал часть материала из нашего паблика Game Camp, в котором собираются все новости по вселенной Stalker и не только. Загляните туда по ссылочке в описании. Всем пока!